привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 10-го каталога Faberlic. Поговорим об акциях, оставлю вам свои отзывы, итак, поехали. Каталог действительно классный, летний, много скидок, новинок в этом каталоге у нас с вами немного, но много очень вкусных, интересных предложений. Что касается линейки ICUL, да, сразу на развороте, мне очень нравится активный крем для лица. Вот действительно, очень нравится. Он нереально крутой, и для меня он пахнет жасмином. Потрясающий крем с легкой текстурой, который тоже вполне себе можно рассматривать на лето. Цена очень привлекательная, со скидкой консультанта меньше 500 рублей, будет 400 с чем-то. 55%, смотрите, у нас с вами на гиалуроновый гель тоже на лето хорошо, но с ним можно переборщить. Так, гидрофильное масло, гель-трансформер, тоже классная цена. Жемчужный крем для умывания, всего 399 рублей, это прям моя любовная любовь. Он невероятно крутой, он вычищает кожу до скрипа, он делает ваше личико сияющим, красивым. Вообще, он мне нравится больше всего, наверное, Faberlic из умывашек. Вот прям действительно находка, много раз повторяла, надо повторить еще. Гель-скатка будет по классной цене тоже. Ее хватает надолго здесь, 100 мл. Меньше 500 рублей выйдет со скидкой консультанта. И пенка для умывания тоже очень достойная в этой линейке, поэтому можно присмотреться. 55% на эту серию бывает очень редко. One Week Miracle можно оставить на зиму. Гиалуронка может вызывать высыпание. Хотя тут и сама по себе линейка бюджетная, еще скидки 55%. Буду брать в запас однозначно в этом каталоге вот эту тушь, всего 149 рублей. Слушайте, за тушь такого качества это просто смешная цена. Вот просто смешная. Бесплатно практически отдают. Со скидкой консультанта она будет стоить 100 рублей. 110. Ну это вообще, где вы видели такие цены? Вот скажите мне. Тушь 110 рублей. Тушь, которая офигенно удлиняет ресницы, которая дарит и объем, и в то же время она еще у нас с вами термостойкая и смывается водой. В общем, я в шоке, что она будет столько стоить, термотушь, которую можно взять с собой на море, на пляж. Она не размазывается, она не отпечатывается, и просто теплой водой чулочком снимается с ресниц. Я не знаю вообще, вот только Faberlic такие цены оставил, мне кажется, таких уже нет много-много лет. Очень классная жидкая матовая помада, 269 рублей, 55% тоже скидка, есть из чего выбрать, оттенки потрясающие. Любой оттенок помады 245, за каждые 400 бонус за покупку. Обожаю тоже помаду Velvet Kiss, потому что это матовый финиш. Матовый, бархатистый, очень-очень нежный. Так, красочки у нас на салонке. Салонке я не очень сразу хочу сказать, краску люблю. Она по мне плоховато седину закрашивает. Вот это лично мой опыт, а так как бы ну, у каждого свое. Ароматики. На лето ароматы я вам уже рассказывала, поэтому их с вами быстренько пролистаем. Их здесь немного. Желтые ценники на мужскую линейку можно будет повыбирать. Так, смотрите, у нас с вами шопинг с удовольствием. За каждые 999 рублей в заказе нам будут даваться купончики на летние скидки 50%. А в 12-м каталоге, то есть с 12.08 по 1.09 до 1 сентября. То есть мы их два каталога с вами собираем, потом тратим. А, как всегда, уход за кожей, уход за волосами, гигиена, парфюмерия, декоративка. Не всегда выгодно эти купоны применять, но всегда выгодно для тех, кто следит за баллом, потому что по купонам нам дают в последнее время высокий балл. Ничего себе, у нас теперь Faberlic в Дзене есть, не только я. Молодцы. Давно пора, все-таки расширяется платформа, так что, кто еще на Дзен не подписан, ссылочку всегда в инфобоксе оставляю, там все ролики выходят первыми, там посты, там статьи, там, в принципе, вся наша жизнь, там много интересного. Ссылка в инфобоксе на Дзен всегда есть. Смотрите, как активно про Дзен говорится в этом каталоге, да? Так, парфюмерия, с вами пролистнем ее. Дейзики, 119 рублей, классно, надо будет мужу набрать, он любит. У меня, кстати, дезодорант Faberlic ничуть не хуже, чем Axe, сказал, который он раньше покупал. 129 парфюмированный для него и 119 для нее. Классные цены, так же, как и на гели для душа. Тоже замечательные просто цены. Адреналин, обалденная вода, заказала мужу. Девчонки, очень советую. Сейчас она уже 1499. Наверное, на нее в этом каталоге совсем нету скидки, да? Можно подождать, она и была по скидке подешевле. Так, матовая помада тоже 45%, хорошая скидочка, жидкая матовая, я ее прям обожаю, у меня есть много-много оттенков. Если нужен ролик по матовым помадам Faberlic,
Я обязательно отсниму. Пишите запрос отдельный, прям с подробными сводчами, чтобы определиться при искусственном освещении, при естественном. Мисс Кёрл тоже хорошая тушь. Вот прям тоже классная. Много хороших тушей Фаберлик. Но вот та за сотку, на мой взгляд, лучшая. Прям просто бомбезная. 40% на тенюшки у нас с вами. Тональные основы. Я вам про них не рассказываю, девчонки, потому что так же, как и про пудру, я пользуюсь ими крайне редко. И все знают, что моя любимая тональная основа – это кушон. Если и пользуюсь, то только ей. Смотрите, салфетки It's Clear 50% в районе 130-140 рублей. Будут со скидкой консультанта стоить за 8 штук. Классная цена. И если кто-то там сравнивает, что на Валберес где-то еще дешевле, поспешу вас огорчить. Качество совершенно другое. Вот я брала. Здесь зеленый чай, который действительно, вот если у вас летом бывают высыпания на коже, он с ними борется. И кожа вот сразу матированная и бархатистая, и хватает на несколько часов. Поэтому, я не знаю, я не могу это сравнить с другими. Я считаю, что эта цена абсолютно адекватная. Они реально работают, они очень крутые. То есть они действительно успокаивают кожу. Не просто вы промокнули, как туалетной бумагой, да? Они успокаивают кожу и матируют ее надолго. Так, новый формат упаковочки у нас с вами Монарда. Она уже давно. Монарда плюс витамин Е. Очень классная штука. Сейчас вот пользуюсь прям, стараюсь регулярно, когда не забываю. Просто супер. Так, детская линейка у нас с вами в прошлый раз вся была по распродаже, поэтому здесь скидок нет. 60 на B-Royal, но вы знаете, как я к этой линейке отношусь, я просто молча ее пролистаю. Global Oxygen, отличный вариант на лето, прям вот вся-вся серия. Так же, как и коллаген вообще на любое время года. Это просто невероятно какая-то крутая линейка за копейки, я ее обожаю. На Miss Skin 70%, кто любит, смотрите, я не люблю, поэтому тоже пролистываю. NFW. Кстати, вот такие вот хотела мини-патчи заказать, потому что у меня крайне редко бывают высыпания. Кстати, можно уже вот всю линейку Ксюшке заказывать. Ей 11 исполнится, но она с 12. Вполне нормально приучать ребенка к уходу системному. Да? Очень классно. Взять ей масочку, пусть делает, пожалуйста, очищающие полоски для носа. Ну, не знаю, это скорее себе крематирующий. А лосьон от черных точек так точно можно. Лосьончиком пришла, умылась, протерлась. Прелесть, красота, замечательно. Линейка Эксперт потрясающая. Но все, мы это, так же, как и кислоты, оставляем с вами на зиму. А вот программа Себа Баланс, маска плюс крем, да плюс роллинг гель. Потрясающий набор за 1000, минус скидка консультанта за 26%, если 260 рублей, да? За 700 с чем-то рублей вот этот набор, я считаю, это очень круто. Это прям очень круто. У кого проблемная кожа, даже не проблемная, на лето прям шикарный базовый такой уход, который еще и кожу нашу с вами успокаивает. Улучшенная формула Кардерики, тут тоже набор. Ночной крем плюс крем для век. Сейчас ночной крем как раз добиваю. Мне нравится. Очень нравится. Я не стала брать в прошлый раз новинку. Крем для глаз из линейки Green Karma. Вы знаете, как я отношусь к кремам для век. Я их не люблю. На все лицо у меня один. Поэтому я его брать не стала. Кто пробовал, пишите, конечно, делитесь с девочками своими отзывами. Цена огонь у нас с вами на мицеллярочку. Дешевле 100 рублей выйдет. Классно, здорово, можно взять в запас. У меня как раз один флакончик остался. Лав у нас, так, 50%. Летняя серия, я уже все себе набрала. Все набрала, все у меня в запасе стоит. Здорово, замечательно. Хотя вот тут, видите, скидочки хорошие тоже есть. Можно выбрать. Samba de Rio очень люблю. Возможно, гелей для душа наберу каких-нибудь. Вообще эту линейку уважаю прям. Мне, если честно, нравится больше, чем Бонжорно, но тут опять смотря, какие ароматы. Краска Эксперт будет очень дешево. Оттенки появились новые, потрясающие, классные. Вот кто спрашивает, что у меня на волосах, вот прям смотрите краску на краску Эксперт. Так я вам все покраски показываю, я крашусь профессиональной. Но здесь есть похожие оттенки, вот 8-17. 7-17, ну и девяточка уровень, это совсем светлый. Вот добавили как раз такие трендовые, классные, модные оттенки, прям молодцы. Супер. Даже вот здесь на палитре очень красивый какой-то оттенок. Не вражено. Я просто не люблю, когда вражено. Прям вот совсем не люблю. Так, дальше у нас с вами уход за волосами. Набрала уже, накидала в корзину сухих шампуней. Все позаканчивались, а иногда прям надо. Вот прям просит душа. Скорее всего, наберу в запас шампуней «Морошка».
Скидки до 55%. Мне безумно нравится вся серия абсолютно. И бальзамы, и сыворотка достаточно легкая, совершенно не утяжеляющая. И шампуни, после которых вот волосы просто нереально блестят. И выглядят такими живыми, красивыми. Не пушит совершенно. Вот для меня практически идеальный уход. И маска тоже просто потрясающий продукт. Моментально разглаживает даже самые сухие волосы. В линейке «Эксперт» будет классный бонус за покупку крем-компресс для ног за 79 рублей. Будем брать обязательно. Почему? Потому что это на самом деле очень классная штука для красоты ваших ступней. Что мы делаем? Мы таким плотным слоем наносим на стопы. Можем одеть бахилы, пакеты, специальные силиконовые носки. Например, у меня есть Wildberries, то есть они сверху как обычные носки, а внутри силикон у них. Или такие носочки. Ходим полчасика, у нас ножки становятся мягкими-мягкими. То есть все огрубевшие места становятся безумно мягкими. Можно как бы либо обычной вот такой пилочкой, пемзой двухсторонней, либо вот такой нано, все это дело счистить, нанести потом сверху бальзам для стоп, гладкие пяточки, и неделю вообще просто к ногам не подходить, наслаждаться розовыми пятками, как у младенца, и все великолепно. Поэтому за 79 рублей такое средство – это что-то с чем-то. Буду брать еще скидки 55% средства для ежедневной интимной гигиены. Но мне нравится больше, чем гель. Я вам уже рассказывала, гель он мне немножко подсушивал. Антифунгал. Вот, девчонки, антифунгал. Все, мне кто-то пишет, что герпес и грибок – это разные вещи. Слушайте, каждый останется при своем мнении. Вернее, анихолизис. В любом случае, следствие все равно является грибок. Так. Антифунгал – это вещь просто потрясающая. Девочки даже писали в обзоре заказа в комментариях под видео, что раньше заказывали вот такой бат на iHerb еще где-то в 10 раз дороже, в 5 раз дороже и так далее. А здесь по совершенно адекватной цене, пока 1299 у нас. Если вы VIP-консультант, то вообще со скидкой 70% можно взять. Или сейчас нельзя, по-моему, БАДы. Я уже давно не заглядывала, кстати. Можно, по-моему, да, можно. Молекулярные. Надо посмотреть. И минус скидка консультанта, то есть дешевле 1000 рублей даже получается. Дешевле 1000 рублей вот такую вот баночку пропить, потому что грибок вообще это такая зараза, от него в организме очень тяжело избавиться. Очень тяжело избавиться, и он несет за собой поражения не только внешние, такие как анихолизис, грибок ногтей, различные высыпания, но и поражает внутренние органы. Поэтому я считаю, что вот эта новинка, она просто потрясающая. Я давно ждала что-то подобное, и наконец-то дождалась. Буду еще брать баночку, как раз вот в следующем каталоге, посмотрю, можно молекулярный по VIP-программе или нет. Обязательно. И буду прям пропивать, хотя там написано курс одна банка, а вот когда повторить, надо все это дело изучить. Есть желтые ценники на некоторые БАДы, секреты Востока и кельп. Но кельп вообще я брала за 200 рублей недавно в распродаже по срокам годности. А тут что-то дороговато. А вот секреты Востока очень рекомендую. Я люблю на утренней основе натощак со стаканчиком воды. И все, и жизнь удалась. Прям потрясающий БАД, кстати. Очень его люблю. Халяль у нас с вами. У нас начала пить, девчонки, начала пить. Ролик уже с новинками Фаберли как бы есть, начала пить нормально, нормально. Не могу сказать, что мне вкус нравится, но он еле ощутим, и на том спасибо. Он неприятный, но он еле ощутим. И выпить полстаканчика воды, ну, я где-то на 200 мл развожу. Вообще, кстати, вот тут идея хорошая с этой ложечкой. Я, пожалуй, ложечку от смеси у Крестюши стырю. Слава богу, они валяются у нас, они играются, чтобы было удобно замерять. Потому что 3 столовые ложки без горки, во-первых, ложки, ой, чайные, они разные у всех. И это неудобно стоять, вот, отмерять. Мне не понравилось, поэтому я себе сюда, скорее всего, возьму ложечку от смеси, и будет мне счастье. Охлаждающий пластырь потрясающий. Я уже взяла в запас, но надо будет взять еще не только при различных температурных явлениях, но и при перегреве, и просто когда жарко, допустим. Да, у нас на следующей неделе 28, например, обещают. Будет очень жарко. Вот так вот полежать в прохладушке, пластырь себе прилепить. Мне кажется, это здорово. Потому что перегреться можно элементарно. Тостер тоже брать не стала, хотя мне дизайн нравится. На самом деле, мне очень нравится дизайн. Мне нравится вот исполнение. Все. Но дорого, слушайте. Ну дорого. Очень дорого. 3 с небольшим тысячи, даже со скидкой 26%. Нет. Когда можно дешевле 1000 взять неплохой тостер похожего исполнения. А так, конечно, да.
Он красивучий. Так, у нас дальше с вами серия дом. Кондиционеров еще, наверное, наберу. У меня столько много пластин скопилось для стирки, что прям вот я давно не беру порошки, вы видите. А, еще возьму обязательно ловушки. Что-то вот в последнее время, вы знаете, мне нравится. Нравится в том плане, что мы приходим с улицы вечером и днем. То есть 2 раза гуляем и постоянно меняем одежду. И к вечеру у меня собирается уже практически полная машинка. Я не хочу все это дело сортировать. Там светлые оттенки отдельно, темные отдельно, цветные отдельно. Не хочу. Я просто стираю все вместе, кидаю ловушку. И все. И все прекрасно. Даже белое белье вот с черными штанами, с цветными вещами. Ловушка на себя забирает все. Белое остается белым, кипельно-белым при таком режиме стирки. Поэтому, если бы я, это опять же, смотрите, экономия, стирала без ловушек, у меня бы было 3 стирки. 3 раза бы я клала порошок, кондиционер и так далее. А тут у меня одна стирка, но с ловушкой. Поэтому это даже экономия, я вам скажу. Белье не нужно сортировать. Поэтому я оценила и теперь постоянно их использую при стирке. Так, тут у нас с вами мыло, 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 бытовая химия. Интересного что-нибудь в конце. 2 любых продукта 169 рублей каждый. Это вот чистящий для ванны, для туалета. Прям можно взять. Прекрасная акция. Тряпочки наши любимые. Закинула в корзину, девчонки, очиститель антибитум, потому что столько хвалебных отзывов, а я все никак не возьму и не потестирую его. Например, следы от наклеек, различные остатки скотча, въевшиеся следы грязи на машине, на поверхностях. Мне прям хочется его взять и потестировать. Как интересно. Рекламируют колготки, а я прям вот на это платье смотрю. Я такое тоже хочу, чтобы было Фаберлик. Смотрите, какая красота. Так, но футболки я тоже новые не брала. У нас опять друг из приюта здесь акция с вами. Футболки новые не брала, потому что, опять же, мне не нравится горловина. Они все опять были с высокой горловиной. Я такие футболки не люблю. Здесь у нас с вами удачный дачный сезон, скидки на классные на самом деле продукты. Дневной крем для лица Axiology матирует. Спрей активный кислород 129 рублей. Отличная цена на лето. Стоит он у меня в холодильнике тоже, когда жарко распыляем на кожу. Кожа дышит, кожа радуется. Вся серия Axiology, но вот эту, конечно, я сейчас не рекомендую. Опять же, смотря какая кожа. Это на зиму. Сияние, это прям на зиму, потому что будете сиять. Гамаш, гамаш. Где мой любимый гамаш? Где ты? А почему гамажа нет? Это я вот не люблю, это мне не подходит, не нравится. Молочко, скраб, у нас здесь есть тоник, 2 тоника, а гамажа нет. Эх, не участвует в акции, что ли? Жалко-то как. Маски нет, нет, мне эти не нравятся. У нас с вами скоро будут интересные моноароматы в новиночках. А пока у нас акция 1 плюс 1 равно 3, что тоже здорово. Потому что я знаю, например, многие любят аромат сирени, фиалка отдельно, вот отдельно. Поэтому здесь вот как раз тот самый вариант. Так, дальше. Дальше, что интересного у нас с вами? Шампунчики. Хит продаж «Чистота и легкость в теле» у нас оказывается. 1 плюс 1 равно 3, тоже будет классная цена. Так, они у нас с вами 229. Что можно взять? Можно взять иммунити на поддержание иммунитета на сезон простуд. От кашля у нас здесь участвует. Не вижу бронха. Вот он есть, участвует. Да все здесь можно пропить. Нужно смотреть просто, что вам нужно. Термокружка 1299 у меня есть. Мне нравится. Мы пользуемся. Иногда с собой берем в дорогу кофеек, тепленький чаек попить и так далее. Кружка нравится. Всей семье пользуемся. И подарок для новых консультантов. У нас опять будет вот такая вот интересная серия для дома. То, что всегда нужно. Опять же, пятновыводитель, рефрешер и гель для стирки концентрированный. Классные подарки. Последнее время прям радуют. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы, ссылочка всегда под роликом. И здесь, где это сбоку будет подсказочка. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.